Я хотел просто поснимать. Прям в наглую, да? Да, так и должна. Но еще новая, но новая все равно отличается, блин. Лучше идет. Что тебе понравилось? Вообще. Первое впечатление после старой пилорамы. Сейчас еще на волну проверят. Ну конечно, давай. Мне бы тоже хотелось узнать. Наверх-то будет, давай. Тему надо распилить. Не, ну как бы настройка-то, даже новая может быть косячная. Сейчас посмотрим. Сейчас мастер скажет, гейм. Заводская проточка, может, что-то мало ли. Пилы? Ну. Не протачивали? Не-не. Мы не точим пилы. Мы только продаем.
месте, все четко. А сколько у тебя опыт рамщиком? Вообще я 19 лет, мне сейчас 30. То есть 11 лет? Ну я не всегда же работал, я так периодически. Ну а так, если в общем. Обычно в лесу в последнее время работал, там заготовки же больше платят. На валке? Да. А там, видишь, у меня последний сезон. По весне выезжал, блин, 20 дней поработал, 8 штук. Сократили, комплекс купить. Понятно, этот, руку. Большую руку. Есть волны? Это то, что заводская. Я говорю, они, если вот переточат их, она намного... Есть волна вот. Переточат, они лучше ходят. Это изопил. Вот это вот, да? Непосредственно. Это изопил. Я говорю, ну а ты ее видишь по всей поверхности, да? Ну, она как бы не только один провал. Да, не один провал, много. Угу. А другие пилы вы еще не брали, да? Нет. Потом проточим. Волна по обоим сторонам? Да. Можно я с торца гляну? Камеры. Ну, если мы привыкшие уже, как бы, знают, это волна. Ну да, я так понимаю, что все-таки это надо смотреть. Это и...